Мое маленькое обращение. Ребята, если я удалила вас из контакта и с друзей, не обижайтесь, пожалуйста. Кто-то среди вас затесался, очень плохой человек. С так называемой богиней орк они же называют себя насиками или насекомыми через «и». И богиня у них пишется тоже через «а». Эти люди в последнее время с 14 февраля, с моего дня рождения, устраивают мне совершенно бесплатную пиар-компанию. И вот кто-то затесался ко мне в друзья ВКонтакте под видом «я ваш подписчик, бла-бла-бла, пишу вам дифирамбы», либо молча, либо как-то еще подобное, и стал воровать фотографии из альбома, который был только для друзей, мои личные фотографии, выкладывать их в общий доступ. Я не знаю, есть ли какой-нибудь закон, запрещающий это делать, вряд ли я что-то могу сделать этим выродкам, я иначе не знаю, как назвать подобных людей, которые сподвиглись на такое, да еще обманным путем. Со мной подобное уже несколько раз было, но это люди были из Реала, которых я знала. Но вот подобным образом я вижу это впервые. Фотография была сделана в моем детстве на моей даче моей сестрой. Я вообще считаю, что это очень плохо и незаконно, даже если такого закона нет. Так поступать с людьми, которых вы не знаете, тем более под видом дружбы, что-то подобного делать. Это мне приносит очень большие неудобства и неприятности лично для меня и для моей родни. Поэтому страница моя пока будет закрыта, то бишь, к сожалению, в настройках сейчас нельзя делать, что закрыта от всех, допустим, только для друзей, да? Эта страница будет сейчас выглядеть, как только зарегистрированные пользователи ВКонтакте могут смотреть. К сожалению, только такие условия. И все, кто будет ко мне в ближайшее время подписываться, у меня открытые сообщения, можно писать все, кому не лень. Но в друзья пока добавлять никого не буду. Вы простите меня и извините за такие неудобства. Спасибо за просмотр. Пока.